Приветствую всех! Снова Лев на связи из леса удмуртского. Очередная зимняя прогулка. Постараюсь в этом видео некоторое количество красот удмуртской природы вам показать. Ну а в качестве фона я расскажу вам о игровом блокчейн-проекте. MindPlace он называется. На данном этапе все на стадии стартовой, начальной. В данное время проходит airdrop, я уже принял участие. Ну, кто не в курсе терминологии касаемо крипторынка, airdrop — это, собственно говоря, возможность получить токены проекта бесплатно, ну, за какие-то простые действия. В лесу, где прогуливаюсь, очень часто люди пытаются на лыжах, вот видите, лыжня есть, ну, а я сегодня пешочком. Просто полюбоваться. Посмотрите, как у нас красиво. Начало февраля. Снежные шапки или шубы на деревьях. Очень много хвойных деревьев здесь растет. Ну а продолжая о MindPlace, поучаствовать в этом проекте можно как инвестор и как игрок в концепции play to earn. То есть играй и зарабатывай. Вообще MindPlace — это платформа, где представлены различные игры, в которые люди могут играть друг с другом, делая ставки в токенах Mind. Ну и на данный момент есть 8 игр, постепенно их количество будет увеличиваться. Из того, что сейчас могу так навскидку сказать, это, понятное дело, шахматы, шашки, морской бой даже есть. Ну а в будущем появятся гонки по типу Need for Speed или какие-нибудь шутеры 3D. Ну, стоит также отметить, что листинга токена на бирже еще не было, то есть все еще на самой ранней стадии. Блокчейн проект MindPlace прежде всего имеет смысл рассматривать как платформу, как экосистему, где разработчики могут интегрировать свои игры и получать доход от этого. Ну а простые игроки могут зарабатывать, фармить токены Mind, соответственно, играя в эти самые игры. Токен Mind выпущен в сети Tron. На самой платформе MindPlace можно знакомиться, заводить друзей. Ну и также есть возможность сейчас поучаствовать в Glim форме, что даст возможность, соответственно, принять участие в аллокации токенов на IDO, когда, соответственно, будет происходить листинг токенов на бирже. Людям, которые не знакомы с терминологией крипторынка, дам некоторые пояснения. Ну, в частности, токены проекта — это некий цифровой аналог акций, а IDO — это некий аналог IPO на фондовом рынке, то есть когда компания какая-нибудь становится публичной и размещает свои акции на бирже. Вот, собственно, на крипторынке именно так же это все происходит примерно. Вот только несколько другая терминология и технически несколько иначе все это проходит. Все ссылки я оставлю в описании к этому видео. Ознакомьтесь, полюбопытствуйте. Ну, полагаю, что такие возможности имеет смысл использовать. Ну а поскольку все на блокчейне Tron работает, то и кошелек Tron Link, я думаю, вы без труда установите. Это делается в два клика буквально. Устанавливается такой кошелек, как расширение к браузеру, например, к браузеру Chrome. В завершение видео еще немножко пробегусь по аккаунтам в соцсетях проекта MindPlace и заглянем на официальный сайт. Сайт платформы MindPlace выглядит таким вот образом. Это панель управления, тут видно, сколько токенов Mind имеется. Тут же можешь создать матч, соответственно, выбрав одну из представленных игр. Ну, как я и говорил, морской бой, шахматы, другие. Тут же можно познакомиться, пройти какой-нибудь квест, поучаствовать в турнире, почитать блог,
Ну и перейдем в аккаунт в Инстаграме, чтобы некоторую тоже получить, некоторое представление получить о том, сколько комьюнити уже составляет человек. Ну вот видите, около 7 тысяч подписчиков Инстаграм аккаунта, ну и некоторое количество публикаций. Что касается Телеграм-канала, тоже можно получить некоторое представление о стадии, степени развития проекта. Вот видите, на 5 февраля буквально 3 публикации, а сам канал был создан 29 января. То есть проект свежайший, имеет смысл рассматривать. Свое видео я завершаю. Всем спасибо за внимание. Если пришлось по душе, было полезным, ставьте палец вверх, оставляйте комментарии. Ну а и как я и говорил, все необходимые ссылки будут в описании к этому видео. С вами был Лев. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.